Суфле из творога с яблоками в микроволновке – нежный, полезный и вкусный десерт для детей и взрослых. Его можно подать на завтрак, полдник или в качестве сладкого блюда на обед или ужин. Нам понадобятся следующие ингредиенты. 1/2 ингредиенты для приготовления суфле. В глубокую миску выложите творог. Разбейте яйцо, добавьте сахар и щепотку соли. Взбейте блендером до нежной, кремовой консистенции пюре. Добавьте манную крупу и перемешайте массу. Налейте молоко и еще раз хорошо взбейте блендером. Яблоко помойте, очистите, натрите на терке и добавьте в миску. Хорошо перемешайте. Пусть вас не смущает, если смесь покажется жидкой. В процессе приготовления она загустеет. Выложите творожно-яблочную смесь в форму для запекания. Поставьте в микроволновку и готовьте при мощности 650-700 вторник. 3 минуты. Выключите и дайте постоять суфле в микроволновке 2 минуты. После включите микроволновку и готовьте суфле еще 2 минуты. Дайте суфле немного остыть и доставайте из формы. Переложите в тарелку и подавайте к столу. Покупай все продукты и напитки с хорошими скидками. Переходи по ссылке в описании и получи скидку до 30% на продукты для ваших кулинарных шедевров. Подписывайся на наш канал «Еда с перчинкой». Всем вкусненьких блюд!